Давай, иди сюда. Иди, иди, иди. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Редиска, Дизи, Дарк Драгон, Стим Куёка, Эрор, Тимон, Позитив. Пацаны, скажите какие-то интересные слова. Всем удачного просмотра. Я лагающий шар, люди. Вы будете убиты. Ребята, мы играем в Гаррис Мод. Из названия вы уже поняли, что мы играем в прятки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, у нас классная карта, и аниматроники ищут нас. Погнали! Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся записать что-то интересное. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании, и любой может зайти и записать. Новенький, старенький, молоденький, любой. Думай. Так, так, я вижу уже два аниматроника. Бегает, ищет. Ищи дальше, здесь ты долго будешь думать, как сюда залезть. Пацаны, видели тут туалет и полная мочи? Кто-то не смыл, фу. Или это не моча? Куёка, иди ищи других, серьезно, ты долго будешь додумываться, как. Конечно, конечно, ты не догадаешься никогда. Серьезно, иди Дима лучше найди. Не надо искать, ищи Дар Драгона. Он в здании где-то. Я не в здании, я на улице сижу. Я тебе не могу. А что ты подсказываешь, Дар Драгон? А я откуда знаю? Дима, а что я тебя убить не могу? А ты где? Я вот. Он чайник же. Ты что, забыл? Я ж за чайник летаю, это ж не я. Я-то на самом деле в другом месте сижу. Я так не убьешь. Так, они, короче, пацаны, чекают здание. Дар Драгон, тебе жопа. А почему, ты видишь меня, да? Да-да-да, у тебя этот... коричневая на жопе. Привет, Фредди. Ой, я слышу, вот они здесь ходят. Ой, я шаги слышу. Да-да-да-да-да. Вижу. Пацаны, если они нас долго будут искать, будем говорить подсказки или нет? Ой, я могу в текстуру войти. Дима, ну можешь, я сейчас подойду. А, нет, я не попал. Знаете что, обратите внимание, карта не настолько большая, но если начать искать, фиг кого найдешь. Ага. Марионетка, ты никого не найдешь. Пойдем отсюда, здесь нет кого нет. Что, приехаю? Дима, ты точно в здании сидишь? Да. Все, понял. Тебя ищу. Ну блин, оно ревет. Они где там что-то ревет. А это не честно. Ну с чем Кирок, ну что ты наделал? В смысле, не понял? Нельзя было меня убивать так быстро, надо было подождать хотя бы минуту. Блин, так реально я видел, как ты приближаешься, но я думал, что ты меня увидишь. Но это так не работает. Я внимательный. Да? Так, ребята, берем туда аниматроника и идем тоже мочить пацанов. А, кстати, Бенди считается? Да. О, хорошо. Пошел. Так, нас уже тут четверо, да? Или пятеро? Больше. Так, ну что, ребята, я знаю, что один тут сидит, ну что, я его видел. Мужик, выходи, я знаю, ты тут. А, его же нашли. Да, его нашли. А, вот так, значит. Я... Так, подождите, давайте сделаем перекличку. Кого не нашли? Меня. Одного тебя? Да. Всё. Пацаны, включаем все силы. А ты где? Не говори, не подсказывай. Я знаю, как его можно найти. Я знаю, где он. Мою комнату вообще ни разу не зашли. Так, аккуратно. Отойди, не заходили еще? Так, пацаны, для того, чтобы найти, надо взять принтрап. Он маленький, он везде видит все. Дима, кормите и сидит как... Он говорит, что еще в комнату его никто не заходил, да? А, это не он. Это кто меня хотел убить? Там меня пытаются убить. Нашел. Ага, нашел его? Где? Да, я не буду, я не скажу. Так ты как бы аниматроник убиваешь. А он предатель. Я буду со зла бить стекла. Пока. Убил? Под столом сидел. Ну чё, пацаны, давайте... в текстуре был. Давайте теперь я буду искать. Давай. Даю вам полминуты для того, чтобы вы запрятались. Блин, полминуты. Можете же брать аниматроников маленьких и за них прятаться, если хотите. Дима, чё мол полминуты? А, давай пол... Давай полчаса, ролик идет полчаса. Как вы прячетесь. А из них 5 минут ищем. Гениально. 10 секунд осталось.
подожди секунду. Мы изучаем карту, ребята, потихоньку изучаем. Ну что, 5, 4, 3, 2, 1, 0, пюськ. Ты плюшка. Ой, ой-ой-ой, пацаны, тут что-то цепная реакция пошла. Наверх посмотри. Привет. А где ты? Я наверху. Хорошо. Да. Умный, да, хотел стать. Ой, все, теперь мне. Ой, господи, так. Я, короче, тут забагался вообще. Ой-ой-ой, давайте тут посмотрим, что тут мекался. О, я могу предметы уничтожать, это же гениально. Я не вижу. Дима, это нормально, что меня убил только что свой? Так это ж я ж уже за аниматроника ищу. Я и есть свой, да. Ты приштраб, да? Да. Дардраган, а ты где? Вот Дима бежит. Кто внизу? Кто внизу? Я посмотри, чего, кто. Да, кто это? Кто внизу, скажи, посмотри наверх. У тебя нету. Видор Дрэгон. А, я понял, кто это. Дардраган, я тебя вижу. Как ты туда попал? Как ты попал? Вижу, ребята, вижу. Трупейшн. Так, нас уже, ребята, трое. Трое. Чё-то не могу больше никого найти. А, вот тут кто-то ныкается, по-любому. Вот, блин, чё ж я там не заныкался? Блин, не могу попасть. Как туда попасть? Хорошо, давайте так. Лимичка была крутая. Герой, живи. Просто живи. Я пытаюсь жить. Ну, живи. Дардраган, ты на нычку, да, там наверху где-то прячешься, да? Да, там марионетку хочешь попытаться достать меня. Да? Да-да-да. Давай, а без прыжков? А если никого. Без марионетки попробовать? Драган, это просто страшно. Когда возле тебя три, либо два там аниматроника... Да. Там кошмар, марионетка еще может тэпаться, но и нельзя тэпаться. Я, честно, хочу туда зайти. Без прыжков посчитай. Че, пацаны, вы слышите, как приближается ваша смерть? Не. Какая? На улице ветер поднялся, слышите? Что-то погода портится или что? Я чувствую дыхание сзади. О, ребята, кто смотрит наш ролик в Ютубе, напишите в комментариях, у кого какая погода. У нас сегодня было плюс 17 и сильный ветер с дождем. Скоро зима у нас, нормально? Плюс 17, пойдет? Минус 17 идет. Минус 17? Ого! Какая-то жесткая у вас, пацаны, температура. Еще нашли его. Отлично, молодцы. А кто это там за марионетку прыгает? Опять через стенку. Как вы здесь? Через стенку. Нет, я не через стенку. Он не через стенку. Он меня убивает только сблизи. Он сблизи. Через стенку меня убил. Как раз я на земле был вот здесь. Каким боком. Вот, видишь, залез, все. А ты убил меня не так. Ну хорошо, выживай дальше. Мы тебя все равно убьем. Как бы вы, ребята, не убили Дардрагана, это всегда не по правилам. Не, серьезно, как-то я стою. Да я верю. А кто еще живой? Живи, посмотри. Не, в смысле, куда? Я живу. А кто еще живой? Я уничтожитель всего. Я тоже живой. А, тут можно по веревке залазить, ё-моё. Это марионетка, подождите, я могу под... А кого я нашли? Я... Кого еще не нашли? Меня. Меня еще получается. Ну меня. Да. Нет, я его нашел как раз, но он считает, что я его через стенку... Да. Так-то да. О, тут на русском написано «Не прыгай». Представляете, русский разработчик карты? Офигеть. И тут еще написано «Я прыгну». Тихо. Что-то странно. Ой! Дверь не в бытие. Я же, ребята, пол карты сожрал, чтобы вас найти здесь. Хорош жрать карту. Я буду кушать карту, она вкусная. Драгон, а я не могу вылезти. А тут чё она? Господи, мне так стрёмно сидеть в этом месте. Да не бойся, не ссы, я так 100 раз сделал. А, стрёмное место, ты в туалете, да?
Ой, нормально. Драгон, живи. Водом лишь краплет больше. А где вы все? Так кто остался по часу? Вижу, 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 вижу. Не-не-не, никого ты там не видишь, Тим. Ну там нет никого. А как я к тебе попаду? Ну как так? На! Боже, ладно. Это было стрёмно? Просто жить, просто жить. Сейчас. Я просто нажимал левую кнопку мыши и случайно все. На! У нас сегодня какое-то мочилово? Дима, может тяжелая артиллерия? Какая тяжелая артиллерия? Давай сначала замочим их, по-честному. Я, кстати, живой. Ё-моё, как это страшно. Ой, блин, да что ж я косожопый. Блин, там еще и блин нет. Ну что, получается, одного не нашли? Да, меня. Давайте. Ребята, меня. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце у нас будет битва аниматроников. И как всегда, я проиграю первый, да? Пошли, говори. Так, подождите. Фикстур как застрял. Ой-ой-ой. Вижу! А, то марионетка, блин. Летающая марионетка, пузом вверх. Блин, тут столько нычек крутых. Блин, я даже не знаю, где его искать. А где его искать? Понимаешь, Дим, это просто такая-то нычка. Классная нычка, да, у тебя? Да. Двое осталось. Я знаю, я знаю. Все, минус один. Отлично. Дим, я видел, как ты это ползал через это. А где ты был? Это под лестницей. Под лестницей? Еще одного убили, все? Все. Ну что, ребята, давайте, чтобы было по-честному, берите все плюш-трапов и будем играть каждый сам за себя. Битва аниматроников. Все плюш-трапы. Подождите. Силы равны. 5, 4, 3, 2, 1. Битва началась. Кто проигрывает, не участвует. Ждет, как другие проигрывают. Подожди, я не могу выбрать. Истакан. Ой. Ты, мы самым первым убили. Да? Так бывает. В центре, видите, как сейчас с ней было. Вот говно. Мазила. А, ты? Нет, это не я. Я выстрел. По мне не могут просто попасть. Я добрый. Ребята, мне кажется, штаб сломался. Почему не умирает? А ну иди сюда, тварь. Стоин. Тварь. А да ты сдохнешь? Понял. Да я не могу попасть по тебе. Я выиграл! Нет, я остался, Дима. А где ты? Дима, посмотри на здание вверх. Не вижу. Я на самом высоком здании, который считай. Так давай спрыгивай с секунд, будем драться. Вот он ты. Давай, иди сюда. Иди. Ну что, ребята, победил самый лучший игрок, потому что давно я не выигрывал. Наконец-то хоть в раз в тысячи лет победил за битву аниматроников. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и после моей ролики еще. Ломайте компьютер мне, давайте, ломайте компьютер Димас ТВ, молодцы.